Давай. Сьогодні день Святої Трійці, і я перед ефіром подивилася, які прикмети є в цей день. От, одна з них це є, наприклад, якщо залишити, не дай Боже, на ніч немиту посуду. Так що душа квітушок маєте на увазі, можете вигребти від дружин. От, а для Діми є інша така штукенція, прикольна. Я теж від дружини відгрібую. Не вигребеш. Не дождюшся. Але є інша історія. Коротше, на Трійцю в давнину ворожили. Чуєш? Ворожили. Чуєш? І дівчата, і хлопці це робили. І можна тако взяти, покрутитися і впасти. Спочатку бігай там, крутись, то стекло не попадіть. А потом маленькі звірят, що, да? А скажи, пожалуйста, а обов'язково єврей должен крутитися? Ну, тому що це по житті не крутиться, крутиться. Ну, вони ж не падають. Ну, дайте я дорозкажу, ну, блін. Ми встаємо. І, коротше, і на яку сторону ти впадеш, значить, звідти має явитися чи сужений, чи сужено. Вот. Сужена, Витя, сужена. Хочеш, чтобы у тебя было... Боже мой, какие шутки. Да-да-да, у меня юмористическое ружье. Ты сужену хочешь? Сужену. Ну, допустим. Ну, давай. А ты хочешь покрутиться? Нет. Зачем? Ну, ходи там якось. Так буде. Ну, он же звезда, к нему и так, без того, что он покрутится, может подойдет. Короче. Завтра вихідний, сьогодні неділя вечір, і це ми зайшов Red Hot Chili People, і ми починаємо. Ура! Все, наконец-то, нічого себе, длинне вступлення таке. Ми всі чекали на... Жарко так, як на ракеті, в ракеті. А на какой ракете? На ракете Илона Маска. Вот так да, 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 полетел. Значит, основатель компании SpaceX, Илон Маск. Отправил ракету Falcon 9. Подожди, SpaceX. С кораблем Crew Dragon. Представляешь, какие там варианты? Запомнить нереально. Так тут тоже... И на МКС вообще отправил. Еврейские людей. Корни. SpaceX. А, со своих Space? Ну да. Боже мой, где ты был? Дима, ты... Какая да, каламбура? Да, смотри, вот съездил в Одессу. Space. Ружье ставишь? Коля, ставишь ружье? Не ставят пейсы. Значит, ружье как это деревня дураков. И колодец. Все, мы это новая эра. Частный корабль полетел в космос. Это круть. Зістикувався. Слава богу. Вийшли вони на МКС і вони туди притягнули цього. Дракончика. Дракончика? Да. Маленького. Наркомана. Маленького такого дракончика. Маленького загорнутого дракончика. Знаєш зачем? Коли дракончик скаже, хлопці, давайте додому. Пора додому, так? Пора вже домой, так. Ну, скоріше, вони дракончики не улетять домой на этом. Ні, я насправді дивилася, і вони пояснили тим, що цим дракончиком вони вимірюють, в общем, щось там вони вимірюють, так розуміють, баланс. А, то есть вони просто так його взяли, так? Вони його взяли там... То есть це научний сотрудник? Так, ну, почти. То есть вони втроєм полетіли? Я тебе не дам сказати. Скажи, да, втроєм полетіли, все, дальше, говори, не остановиться. Я не буду, хай Діма каже. А що, так, ну там про батут, дуже прикольна тема, що Маск взяв і подколол, сказав, що батут працює, голові Роскосмос. Вот. Ну, понятное дело, можно на батуте. 90 лямов за каждого человека, они платили за то, чтобы отправить российской стороне, да. За каждого 4 миллиарда Америка. Ну, я не слышал такого. 90, что они так много направляли? Ну, мне Маск сам говорил. 4 миллиарда. Типа, зачем? Маск или Рогозин? Макс Рогозин. Макс Рогозин! Это два человека. Марк говорил. Илон Рогозин тебе об этом говорил, да? Да-да-да, Илон сказал, что типа... Ну, наконец-то новый раз. Кто бы хотел... А кто бы хотел полететь? Я. Серьезно? Да. Далеко не улетишь там с поселка. А там у вас есть такой космодром? Спайселок. С поселка полетишь. У меня даже тут Solar System. Что? Солнечная система. Solar System. Надо было перевести просто, так бы сказал, переведи. Я бы перевел. Я не знаю еврейского. Но это не точно. Там на поселке целый центр космонавтов. Там тренируют, короче. Серьезно? Да. Они там закладки ищут. Молодцы ребята. Там прям вертечивает. Это такой Байконур новый называется, да? Да. Байконур новый. И должен был выпуск быть в апреле.
Випускной. У них же сорвалась стыковка, обострение пошло. И стыковка не пошла. Там такие драконы летают. Да. Я бы хотела получить. Там тебе недалеко. Так там да, там же твои, это же твои пацаны. Там, ты их знаешь. Ты настаиваешь сейчас, я бы хотела. Я бы тоже хотел. А что бы ты там работал? Ну как бы сказал Илон Маск, Лен, батут работает. Поэтому хочешь, пожалуйста. Девочка, он ты потерялась. Девочка на батуте. Когда-то КВН старый был еще. И разминка, когда КВН был тот? Да. Разминка с залом был. И кто-то зал спросил, что нельзя сделать в космосе. И Чебурин Андрей ответил: повеситься. А в Білорусі зараз же щось... О, Білорусь, это вещь. Да. Это страна. Это вещь. Это так батька сказал. Во-первых, там впервые... А ты одел свою белорусы чистые? Ну, типа трусы белые. Ну, короче, вещь. Не-не-не. Засадись, ты все время. Это была осечка, да? Осечка? Да. Леш, помповая. Давай, я сделаю помповый. Перезарядишь его. Охрена. Сдай в оружейную шилу, пойдем. Там, во-первых, сейчас претендент в президенты, жена блогера. И у нее очень такие прям активно все за нее. Потому что у нее там 2 миллиона, да? Подписи ставят. Жена блогера, которого арестовали, и вот она сейчас там претендует. И как бы очень активно. Ну, конечно, шансов, наверное, у нее нет. А, вот. Тут Маск. А есть такой Андрей Скороход, который пошутил, сказал: Маска забери типа на МКС нашего Лукашенко, желательно без скафандра. Ну и все поддержали, типа, таракана в космос. Так. Это пошелусики? Наверное, да. Я не знаю, почему. Короче, Беларусь все хорошо, жжет. Думаю, что... А кого бы в нас можно было отправить в космос? Ну, ты же... Без скафандра, то есть это one-way ticket. Сейчас должен был Гейдер сказать: я, конечно же, понимаю. Я хотел. Не, я знаю, что в космосе очень много космического мусора. Старого или нового? Там не убрано, короче. Коптером можно полететь по себе. Старый или новый мусор? Короче, слово ты не намеки. Не, ну не, много космического мусора, кстати. Ну, Максюта Тама тепер. Не тут, а Тама буде. А, то ви аж так глибоко копнули? Аж, ну, знаєш, Максюту відправити. Аж ви кого вспомнили? Ми давно його вспомнили. Так, давно не згадували. Глибоко копнули — це прям слова його, да? Максюта. Що, глибоко доставати телевізор? Вспомни Максюту. Що це таке? Телевізор? Тебе зараз його дракончик принесе, телевізор на руку. Чуєте? А кого ще я можу відправити в космос? Ну, из кого? Из каких? Ну, откуда? Вообще, у нас политиков, есть кто тебе нагадил, артистов. Так в душу, вот по сами Полякова, она там 26 октября собрала бы октябрьский. Я бы Матильду отправил в космос, честно говоря. Не собаку, дам. Которая живет не у меня дам. На летней площадке. Не дам. Вот я бы ее с удовольствием бы отправил в космос. Не можно. Ну, согласен. Блин, или ты кого бы отправил? Кто тебе надоел, как Гиркаретько? Он бы Гитлера отправил в космос. Можно его. Он бы вот так летел, да? Он отсюда к солнцу бы полетел, понимаешь, сразу. Ой, ужас. Хорошо, какой. Что у нас дальше там есть. Хорошо, что у нас вырезают часть шуток наших. Эту принципиально не вырежет. Короче, вид игрушечных... Сейчас. Телефонов. Вид игрушечных автоматов до настоящих. Ну, в Броварах слышали, да? О, да, там же вообще трешатина. Произошла, да. Одни маршрутчики официальные. Это же телевизор сейчас, Коля, показывает, как человек бежит, его ранили. Вот. Ну и что, ну, пошли, одни маршрутчики. Ну, давай. Давай я буду серии переключать. О, давай, подожди, давай я от своего телевизора. Да. Коля, можно я от своего телевизора Вите пульт отдам? Все, я класс. Там же мемчики появились. GTA, новая версия, Бровары, новая миссия. Да, вообще, ну и что? Да, но мне больше, я просто читал интервью, ну не интервью, а... Да, вот ты читала. В кадре можно же? Женщин бить можно? На третью. А, у нас сейчас вырезает просто, поэтому можно. Ну давай, читай. В общем, этот Яквин... Илон Маск. Аваков сказал Зеленскому: полицейских там не было. Це несподівана ситуація. Тобто, ну,
там, где есть полицейские, это сподівано. Слушайте, интересно, а что было бы, если бы, если бровары показали почти беспомощность? Ну сколько, 10 человек, 10 арестовали сразу? Человек? Ну, 20, мало, 20. 10 сразу, 10 сразу, а потом еще пятерых, да, по-моему. А потом еще 20, да? А что бы было в броварах, если бы они там, мне тяжело дышать, мне тяжело вот этого? Ну, как в Америке произошло это? Витя, по тонкому льду ходишь. Стоп, это Трамп. Я показал Трампа, а я же не показал. Я не дочитал. Можна права? Ну, давай, ну давай далі. Давай. У мене є великі питання до броварської поліції, тому що пропустити таке – це неприпустимо. Пропустити таке – це неприпустимо. Це така прем'єра, коли у нас? З 1 по 20, да? Да-да. Це у нього словар, тавтологічний словар, рідкий словар? Нема. У нього є. Ну є, так. Імені Аваков. Пропустити таке – це неприпустимо. Короче, все. Как говорит Александр Тищенко, забегая назад. Знаєте, коли мені друг скинув оцей відосик з броварів, і коли я побачила, що ходять мужики з автоматами, ну, з помпами, да? Та фактично з пушками ходять. З пушками, да. З автоматами? Я бачив на танки. Это ж, представляєш? На танк Київ-бровари. Один не успел долететь до самолета добежать. А там же Юра был, он был со своим стволом юмором. Так кого ж тут... Так это он там и ранил троих. Шутками. Он такой, бах, он такой, оу! Они, о, бах, бах, тыч, 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 я спочатку подумала, что відстрілюють собак, чесно. Ну, ти ж, я ну, пишу ти йому, ж своє, ну, тобто, я на своїх вилітах, да. Я пишу, кажу, де це, і ж, ну, і ще на всякий суть, думаю, спитаюся, що це? А вони кажуть, та людей стріляють, фух, слава Богу, не собак, слава Богу. Отлично. Я вже думала собак. О, я думала собак. Ну, стріляють. Та хай стріляються. Реально, я подумала, в мене такий стрьом хватив, що це ужас, думала, що серце стане. От. А якщо б в нас така штука була? У нас это где? У нас в Кропивницькому. У нас? Да, у нас могли такого... таке прокатить? Нет. Нет, у нас такое невозможно. Нет. А за що в нас могли би робити? У нас маршрутки такі сцикливі, що з маршрутки не вилазять. Они ж в масках. Я вже можу. Даже в масках їздять. Да, даже в масках. Понимаешь? Вони даже, вони даже під час карантину не їздили. Сцикуни. Я уже вижу, как Тушевского ждут, короче, возле подъезда. Говорит, кто там секунды, бля? И стоят такие, понял? Если бы у нас было как в Америке, вот это было бы, вот этот вот трэш это был бы. Крутяк, да? Круто, да? Да. То есть ну... я бы уже был с планшетом нормальным, с наушниками. Да фиг, еще... там Apple все заблокировал. Ты подожди, ты еще успел бы украсть в Apple Fix, да? Что мне еще с реклама Apple Fix, я бы все забрал. Одну копійку має намір зменшити тариф на воду в області підприємство Дніпро-Кіровоград. На одну копійку? На одну копійку. Зменшити? Так, да, зменшити. Оф. Тобто зараз, це на наступний рік, зараз люди платять 37,61. Ні, пропоную встановити 37,61, а зараз платять 37,62. А за що такі скидки? Я думаю, це натяк, типу, запасайтесь водою. На одну копійку, да? Ну, зараз прикинь, тонну. Тим більше на тонну взяти і зекономити. Ну, вперед, в відро, ну, набрав, да? Да, да, да. В ванную набрався. В смысле, наоборот, буде дешевле, зараз треба економити. Треба не пользоваться водою, щоб потом, а потом як дать. Понимаешь? Потом як розгуляться вообще. Ну, гуляв. Бач, немає єврейських корнів, все. Откуда у тебя єврейські корні? Так що вот. Это, ну, акція класна. Что, что еще? Что у тебя, Кенди? У тебя много новостей. Что случилось? Старость? Расскажи. Ну да, да. Простреливается. Да, есть. Короче, перенесемся в Британию. Мошенники продавали поклонникам теории заговоров, боже ты мой, заговоров, защиту от 5G излюбителей. А что, я не близко? Конечно, не близко. Так вот, да. Под названием 5G Bio Shield. Ну типа щит, да? Щит? Щит? А, ну, щит, ты сказал. У меня английский не такой хороший, окей? Да, на самом деле это были обычные карты памяти 128 мегабайт. Вот. Смотрите, ребят, в Мелитополе, в общем, ну, ты шикарную новость поднес. Ну, а как? В Мелитополе пришел чувак за успокоительным, услышал новость про 5G Shell. Пришел в аптеку и говорит, дайте мне, пожалуйста, успокоительное. Ему дают. Он приходит домой и хочет сразу дернуть, сразу. Ну, на нервы. Не, не до дому он пришел. Даже не домой. На месте, напевно. Чи до дому он пришел? Нет, он пришел домой. Точно до дому? Пришел. Сейчас, подождите секундочку. Так что там по новости? Так вот, в Британии. Давай пока ты, я постреляю.
Я даже не мог тебе сказать. Нет, он вообще пришел домой, такой, открывает ее, а там насыпаны макароны. Макароны! Паста, в коробочке. Паста. В Британии. Значит, я просто протолкну эту шутку. Ну, эту новость, да. Макароны в успокоительных. Что это такое? Это, ну, это специальный такой дрожь такой. Ты достаешь, а там ты берешь успокоительное, открываешь, и там... Догадайся, что это. Пов нет, понимаешь? Витя, ну как? Успокойся, Витя, успокойся. Ну я реально... Так виготовлено ж в Італії, написано. Я не знаю, макарони. Ну реально. Он на нервах прийшов назад, говорить, що ви мені подсунули. І люди йому поміняли і дали успокоїтельне. Валеріаночка там. Так у него еще больше нервы получается, да? Он пришел такой на полуспущенных, такой взял таблетки, пришел, уже кричит, орет, матерится. Да-да-да, было дело, было дело. Тогда две недели отходил. Вот ты охотник, конечно, сегодня вообще. Смотри, в Индии обезьяны ворвались в лабораторию медицинского колледжа. Напали на одного из сотрудников и, предположительно, украли 3 анализа крови больных с коронавирусом. В Индии, кстати, очень маленькая порода обезьян? Смертность, во-первых, от коронавируса. И вообще малое количество заболевших при таком количестве людей. Ну да, там полтора миллиона. Они же другие на планете за размножение. Ну, да. Но почему так мало болеют? А может быть, у них белорус, руководитель Министерства здравоохранения, ну и врет все время, что там мало людей. Если говорить, что все будет хорошо. Ну, типа, все будет хорошо, да. Говорит, а что вы думали? Я думаю, они просто в дзене весь час. То есть они не замечают этого? Я думаю, что до них просто не хапается воно и все. Они же там на специях сидят, там на шечке. Может, вот обезьяны таким образом решили увагу привернуть? Как проблеме? Чуваки, у вас коронавирус. У вас реальная проблема. Обезьяны воруют анализы. Кстати, ви знаєте, що з моменту пом'якшення карантину спочатку були перестороги, що різко підскочить кількість інфікованих, але поки ми йдемо, це вже другий тиждень закінчується, як поки падає кількість. Ні, сьогодні було більше. Ну то когось просто случайно. Откуда ти знаєш? А он украл результати в лабораторії. Я ще та обезьяна, да? Украли. Слухайте, ви вже тут говорили. Нет, знаєш, що боюсь за що? Що всі почали говорити, перша волна, вже почали все додавати. Це перша волна коронавірусу. В першу волну коронавірусу все було нормально. А ми готові до другої волни, починається. Це нас готують на осінь? На карантин снова? На вибори, так, на вибори. Вибори. Вибори, да, в нас будуть вибори, так що вот так вот. Нет, отлично. Вибори – це прекрасно, тому що у нас, во-первых, дороги з'являються в нашому місті. Є же план цілий такий. Слухай, я думаю, взагалі буде прикольна історія, коли, наприклад, оголосять знову карантин, всіх зажидуть додому, включать їм телевізор, а наші ремонтувати дороги. Все буде по телеку показувати, все. Наоборот, освободять точно дороги. Я набрав до хера килограмм. Тише, язык не помещает. Я начал бухать, короче. Если появится еще вторая волна вот этого всего, и опять будет карантин, во-первых, я уже задолбался делать ремонт и бетонировать, во-вторых, я, блин, буду как всем известный фотограф нашего города. А в него скоро появится значок, хочешь походить, спроси меня как. И в такой, то есть Карелин. Хер догонишь, чтобы спросить. Хочешь похудеть, переезжай в Одессу. Фитнес-тренер, блин. Мы говорим о Карелине, который сбросил 90 килограмм. Знаешь, почему Витя боится второй волны? Что, быдло? Отвечай, быдло. Просто когда карантин, Витя продает один из бизнесов. Вот он боится, типа... Что на следующий раз еще же продавать нечего. Три волны и все, Витя. И Витя прыгаю сам на своем этому. Что-то дома ремонт. Машине своей там возле Фимы. Фима, иди кушай. Ты хотела что сказать? Да, я хотела рассказать, что этого тижня видання «Нове время» зробила дуже класне таке дослідження. Ти вже згадав про зв'язок. І, кстати, в нас же цього тижня лежав якраз зв'язок, да, мобільний Водафон, вообще капец просто. Вони, звісно, сказали... Київстар сказав просто, да. От, і зробили дослідження. І дуже така цікава там історія, як еволюція, відбувалася еволюція мобільного зв'язку.
від оцих телефонів за сумасшедші бабки, за надто дорогий зв'язок, і зараз наскільки це все халявно відбувається. Та у Віті до сих пор входящий план. У мене до сих пор ще НМТ-шна зв'язка. Вітя виходить і Женя такий, а я додому. Призвони. Опять, смотрю, опять наберет. А, приготовь кушать. Бомжиски давай там. Это бомжей тогда не было. Первые 3 СМС было стоило бомжей. Денег немеренных. Тогда бомжи сбрасывались с балкона. Ты что тут? У нас была история такая, когда иди на работу. Приезжает чудак и говорит, ну и вот такой диалог. Я во все. И все. И тишина. Ну, мы такие, ну, чувак, ты мог сказать, где ты? Я ему сказал, что я в офисе. Ну, отлично, там. А кто это такой? Это друг должен приехать меня забрать. Сидим полчаса, нет и нет, нет и нет. Тот звонок. В каком ты офисе? А он говорит, да что ж ты? В общем, он поехал в другой офис, не понял куда. Где-то психует, все ждут, все нервничают. Вот так мы раньше жили. Смешно. А представь, по инерции, по между... Веселая история, когда покажешь наш. По инерции, по междугороднему позвонил. Алла, привет. Ну тогда действительно очень дорого все стоило. И снимала реально бабки. Первые там 2 секунды было, первые 2 секунды было бесплатно. Кто не звонил. Первый телефон у меня был связи НМТ, была Nokia. Стоило долларов, наверное, 600 тогда она стоила. Ух ты, ё! Да, а у директора была Nokia, не Nokia, был Benefone, Benetton, Benefone, как это так называлось? Benetton, нет, Benefone какой-то. Да кирпич, бетон, короче. Кирпич. Он стоил 1000 долларов, вот такого размера, вот такой, тяжелый, наверное, ну, где-то с полкило, наверное, весом был такой. Кирпич. Очень, да, кирпич, очень большой. І було це очень дорого. Це був? 96-97. Хоча за такі гроші можна було б купити квартиру на 101-му. Долар. Та і зараз можна було. Ні-ні, тоді дорого. В 2000 году так стоили квартиры. 1800 долларов я продал квартиру однокомнатную возле магазина «Сигнал». Давайте еще. Что еще история? Я никогда не покупал. Откатимся. Про телефон? Да. Я не покупал Siemens принципиально. А что? Тебе музыка не подобалась? Газовые камеры Siemens, по-моему. Сейчас опять будет ставочка какая-то тут этим взглядом. Коля, отсюда такой черный дым. Да. Короче. Да. Мне уже маячить, нам треба кликати гостя. А він же десь тут є. От, і я... Але заходьте. Так вже. В нього руки ростуть з правильного місця. Притому він робить все таке малесеньке, в нього все таке манюнічки, що його, тільки його обирають селебриті з країни. І в нього є своя Фіфіленд. Тому я хочу сюди запросити Стаса Глухого, і він розкаже, як він живе за цими всякими манюнічкими меблями для малесеньких діток. Зустрічаємо! Ти стартуєш сюди, дуже цікаво. От якби оп. Опа, і тут Стас. Це питання чи констатація фактів? Вчора дивилася перед записом, як твій інстаграм. У тебе написано, що ти філософ-аматор і гуморист. А ты шути, да? А ты круче вообще юморист, чем Крендель? Это Крендель взломал его аккаунт. А, ты его учил? Да. Ты учитель Кренделя? Да. Тогда надо было написать. У тебя было бы минус. У тебя не было подписчиков, братан. Минус 14. Слушай, еще одно, что я хотела сделать. А покажи свои руки. Все руки. Ну, нормальні а тепер руки, крендель, руки, ну, не дуже напрацьовані, але тим не менш ти знаєш, як вправлятися з молотком. Та у нього дитячі ручки, чи не бачиш? З цими, з фостями, з цвяхами. От, розкажи про свою Фіфіленд. Делаю дитячу мебель. Грустная музика. Начинал 3 года назад. Даша, людина розкаже, слухай, я спиталася, дай розкажу. Мені вже сложно розказати, я тобі довго я себе всьому розказую. Ні, ти так, дозовано, тому що довго у нас ефір. Що таке фіфі? Ставимо ролик. Давай, скажи, що таке фіфі, окей. Твой телевізор можна сюди з роликом своїм? Давай я вставлю. Що таке фіфі? Що таке фіфі? Фіфіленд. Производство дитячої мебелі. Ні, що таке фіфі? Фіфі – це сокращенне ім'я Софі. А кто такая София? София, это 3 года назад я начинал производство детской мебели с Женей в кофейне Мокко. Вы же это София. А? У меня дочка. Дочка. Так это же история.
А, вот так это... Да, она, да. Она говорила свою дочку. Что было дальше? Я начал... Да, Стас, когда приходил пьяный, я говорил... Выговорить не мог. Я серьезно говорю. У нас не серьезные передачи, братан. Дай-ка я расскажу. Три года назад начинал. И назвали мы уже не дочка София, и сокращенно называла Фифию. Так мы и назвали, Фифиленд. Ну, сейчас уже единственный собственник, да? Да, да. Где-то год назад я остался. Слушай, один. Ну, только будто поборел, мы снимаем передачу, найди меня. О чем мы его позвали тогда? Ну, есть детская мебель, и что? И у меня есть детская мебель, и что? Чего вы меня не позвали на передачу? Ты так тут сидишь, что ты выгоды не можешь. А у меня ребенок есть для вашей мебели. Ты сказал, ребенок интересный, Стас очень интересный. Что в нем интересно? Ну, видимо, не попал чуть-чуть, получается. Ну, типа, просто серьезно человек что рассказывает. Я думал, он смешной. То есть деньги он не передал? Нет, за то, что... Он мне звонит и говорит, типа, Димон, слышишь, а у меня есть одна просьба. Точнее, не просьба, а условие. Я говорю, какое? Чтобы ко мне все обращались на «вы». Ну, хорошо. А он юморист, не понял шутки. Говорит, не, серьезно? Я говорю, Дим, это шутка. Ему объяснять надо в последнее время, он не понимает шутки. Ну да, трошки так. В чем фигу, скажи? Вот... Ладно, окей. Я продавал много за свое время детской мебели, ну, как бы по городу. Видишь, что, ну, детская. Самая сложная в продаже мебель. Вот именно детскую, почему-то она самая сложная. Спасибо, МС справа, МС слева. Нет, не самая сложная. Но детей не жалеют денег. Смотри, это да, но дети это тратят в последнюю очередь. Первое, это покупается гостиная, спальня. Ну, делается там, понятно, ванная, потом кухня, потом спальня, потом гостиная и детская только в последнюю очередь. Раунд. А в чем твоя там фикуш? Как у тебя? И у тебя очень много звездных, да, покупателей? Когда начинали, мы конкуренции практически не было вообще в Украине. Тяжело было заказать какую-то мебель, как выглядит у меня, где-то в Украине. И поэтому мы начинали делать. Взрослой мебель конкуренции много и там особо... Если продавать это в Инстаграме, это будет сильно напряжно, это он будет, если касается там кухни и так далее, это там миллион раз ездить в Киеве, это вот, в Кировале вообще бестолково это делать, ты ничего не заработаешь, а в Киев кататься, это уже надо переезжать и там работать. Ну и распыляться смысла нет, то есть и детская, то детская, а тут уйма чего можно делать конкретно детям, начиная там от полочек, комоды, игровые площадки, кровати. Только же тебе найти единороги, я бачила. Така мімімішна, така штучка. Єдинороги? Це що такое? Навіть єдинорогів робить. Така полочка вигляді єдинорога. А, це для мамаш, наверное, да? Это лучшая реклама Фифиленда, мне кажется, была просто. Я вырежу. Ну и... Для одиноких? Единороги? Очень много... По поводу... Хотел сказать, для заброшенных. Это ж человек. Кстати, о заброшенных. Что там Фифиленд получится? Почему многие там обращаются, как ты говоришь, типа там, не с простых. Ну, селебритис. Да, очень много показывают, допустим, там картинку, вот я хочу такое, и отзываются, что много там магазинов, вернее, производителей, которые типа, не, мы такое не сделаем и так далее. А я, может, ну, типа, изначально мне говорили, что это плохо, но я понимал, что это мой плюс, я говорю, типа, да, мы сделаем. Примерно просчитывал, брал предоплату, а потом придумал, как это делать. То есть, грубо говоря, там брался за все, за какие-то нереальные вещи, которые там, грубо говоря, другие там производители не брались, там сложные и так далее. То... А я вот беру. Вот, допустим, на прошлой неделе позвони, опять же, там после рекламы в Инстаграме написала мне девочка, я с ней там попереписывался час, и на следующее утро она заказала у меня макет МКС. Космический корабль будет на улицу ставить. Там 5 метров длиной, 1.80 метров. Я не знаю, дочка как это Илона? Будет делать, но... Илон Маск? Будет прикольно. Анжела Иловна. Она была с ребенком в Москве где-то там на выставке, и где-то увидели там макет МКС, и она говорит, я хочу ребенка в задний двор на день рождения подойти сделать. И опять же, сроки 20 дней, вот буду... 20 дней МКС. Так, чтобы он летал. Илон Маск, а чтобы летал. Ты вообще кто? А из чего ты собираешься на заднем дворе это делать, интересно? Ну, а куда я потом поставлю? Не, ну нет, как, из чего, из ДСП? Нет, ну буду сделать каркас дерева, обшивать фанерой, и потом стекловолокно, и боксит, покраска. Зачем ты ему рассказываешь? 20 лет. Я не понимаю только. А ты черчение скинешь? Я с завтрашнего дня, наверное, с понедельника буду снимать, так по чуть-чуть. И сколько, интересно, и какой бюджет? А сколько таки коштует, добро? Ну, сделай себе рекламу. Ну, скажи, ну сколько это коштует? 4,5. Долларів? Да.
21 400 тисяч. Получається 27 таврів. Я чим займаюсь, куди херню. А ти мільйонер взагалі? А? Ти мільйонер? Вже. Ні? Голий босий. А скільки тобі там не вистачає? А на ніс налогове, ти мільйонер? 990. Ні, ну, а скільки? Тисячі літ просто, да? Які діла? А ще які необычні проекти діла? Ну, кроме единорогов для... Вообще, как оно началось, и с того момента, когда меня очень типа, задевает, когда берут на слабо. И... Все слабо тебя ржат им с утра? Может, слабо так тебе работает? Его ляпнуть один раз, чтобы он замолчал? А вот это не слабо, я думаю. Ну, и, у меня, грубо говоря, там есть одна маленькая детская кухня, там стоит там 3000. Девочка одна сбросила мне... Мы сейчас вообще, когда называем цифры, говорим, мы правильно? Все называем в условных единицах, да? Да. Не, сейчас не, подожди, зараз гривня? Это гривня. Да, ну, маленькая, просто полукруглая кухня. Одна девочка, мне это было, наверное, года два назад, сбросила фотографию. Я говорю, а такую, и так прям меня зацепило, что она по-борзому общается. Так, даю там, грубо говоря, там месяц, слабо там сделать. Ну, там, не слабо. Смотрю фотографии там, типа, она с Пинтереста. А слабо бесплатно? Взял. То нет, не слабо. Ну, я типа решил тоже так общаться, посмотрел в Пинтересте, там где-то на сайте, там, сколько было, $650. Я говорю, ну, $570, типа, делаем. Ну, окей, хорошо, сделаешь хорошо, сделаю рекламу. Там буквально 3 минуты, там, или 5 оплатила, все, давай, типа, на связи. Ну, окей, приехал домой, я смотрю, у нее там двор большой. Я показываю фотографию, говорю, а слабо, говорю, такой домик, дети, на задний двор. Поставили? Да, через месяц поставили двухэтажный дом с качелями, с горкой. Ничего себе. И после того я начал браться за такие проекты, какие-то вещи интересные. Слушай, ну давай уже так, если панты, так панты. Кто из селебритис до тебя звертався за твоими виробами? Пендель недавно. Бородина, Шабанов, Асача, ну, мама с... Типа «Мама слёт» и там Принкович, я не знаю, это блогеры. Вот сейчас понедельника начну, обсудил с Джамалой, делаю комнату. Кто еще? С прям... Монатиком сейчас говорю. Да, можешь о, Фадь, боги! Мы... Монатик! Она даже надела такой же комбинезон, как у него, ты посмотри. Это спальня вообще Монатику. Да, он говорит, типа, это для детей, я сам. А ты можешь мне НКС сделать? Мы там клип будем снимать новый мой. Мы там жить будем с моими еще друзьями. У меня 7 гномов еще есть. С балетом своими. С балетом из гнома. О, это хорошо. Как приезжали девочки с «Мама слет» с Киева и снимали видео первое, когда про производство интервью. Они зашли, увидели детскую коляску, такую маленькую, просто типа ну, ходули для ребенка. Они говорят, о, коляска Монатика. Коляска, ну, ты ему сейчас тоже сделаешь. Ну, опять же, типа, такие вещи я беру немножко... Я за рекламу там я никому не плачу, я стараюсь типа лично поговорить и после этого типа нормально там поддерживаю отношения, со всеми общаюсь. И как вот произошло с Монатиком, это я был у одного заказчика, был на замерах, взял заказ комнаты и так открываю дверь, типа выхожу из дома, смотрю, Монатик стоит. Я такой, не знаю, расстрелся. Закрыл дверь! Я такой, Дим, привет! Здравствуй! Ну и он зашел в дом, потом я уже подождал там 5 минут, он вышел, я начал с ним говорить, я говорю, давай, говорю, твоим пацанам сделаю детскую. Хорошо. Ну и часть типа с женой его общаюсь. Типа, а ты так в наглую, да, ты говоришь, давай да. Сделаем детскую. Вот я не знаю, это, наверное, или мое такое понятие, может быть, ошибочное. Когда ты стараешься с ними там на «вы» общаться, ты разделяешь и не чувствуешь тебя, ну, типа, намного ниже. Я всегда стараюсь, типа, на «ты» ближе как-то. Ты просто по... какой-то ребенок, понял? А вы заметили, кстати, уже второй бизнесмен, который общается на «ты» с клиентом? Да, да, помните? Да. Это, видимо, орехи продавал. Я вам объясню. Смотрите на Стаса, смотрите, какая у него борода. Как у этих гномов, да? Гномиков. Да, и вот они дошли себя просто. Вот, допустим, этот раздел. Когда люди вот более-менее там чего-то достигли в памяти, они нормально к этому относятся. Если клиент заказывает там что-то попроще, и ты там будешь, ну, типа, там, не на «вы», не уважительно и так далее, то там еще могут там отреагировать плохо. Короче, чем меньше денег, тем больше требует внимания. А представь Монатику, если... Монатику и не надо было эту комнату, он просто испугался, Стаса такой, да, давай сделаем. Какой-то дядька стоит с бородой, с кировой. Ну, я вчора передивилася ще профіль Фіфіле, ага. От, і бачу, що там до сих пір є такі штампи, коли там блакитне хлопчикам, рожевенькі дівчатам. Ну, багато для дівчат таких рожевих меблів. От, скільки відтінків рожевого? У мене? Ну, взагалі. У мене один. Ні, я бачила різні. Та ні, ну їх там дуже багато. Ну... Опять 40, же, проблема, 40, чем говорит. Даешь больше оттенков, тем дольше они выбирают. У меня есть там порядок стандартных каких-то цветов, а если они там заказывают дополнительно, то там подбираем. Если я буду давать им на выбор все цвета, то это... У меня там не хватит помещения, чтобы краски все эти выстраивать, потому что это же колотец, там каждый цвет это...
Тут уже очень много нюансов. Ты ж повар. Ты ж кто, повар или кто ты? По жизни или по образованию? Кто ты? Кто ты? Ты повар? По жизни человек, по образованию повар. Смотри, если я тебе задам вопрос, ты кто по жизни? Это же философский вопрос. А, он же философ этот. Так он философ начал. Ты кто по жизни, да, вообще? Ну, Кренер сказал, что ты с каким-то поварским делом был связан. Да, учился в отечественный ресторанный бизнес. На кого? На повар. На повара? И что тебе не зашло? Ну, не понравилось. Еда. Еда? Не понравилось, как я готовил. Я попробовал, блин, реально не вкусно. Это стрипня, фу. Блин, нахуя это есть. Я люблю готовить, но там, или для кого-то там своих, или для дома, но так, чтобы где-то работать, у нас это не сильно ценится. Ну, мы узнаем, да, как ты готовишь. А давай подивимося, що ти вмієш робити краще? Меблі чи готувати? Да? У нас є інтерактивчик. Да, і ми зараз спробуємо, як ти готуєш. То я не повар. У нас зараз буде інтерактив, називається, ну, ми так його умовно назвали, «Чужі руки». В общем, хлопці. Ті руки, ті руки. Чужі руки. Тебя ласкають чужі губи, шепчуть. Слухайте, ну дайте я хоч поясню. Зараз хлопці будуть робити хот-доги, але заманушно трохи, тому що буде Тушак робити хот-дог руками Тушика. Ну, ну і... а Стас руками Кренделя. Забула з Кренделя. А тебе всі забули, поэтому тебе не дзвонять на корпоратив. Стас, знімай, короче, все, потому що зараз будеш обляпаний. Давай. Твоя задача, ти ще должен проявити себя як крутой повар, ти сказав. Ну, так... Вот. И должен нас научить готовить хот-доги. Ты без руки. Ты, когда ты, ну, неважно. Так ты я только их и готовил. Красавчик. Все. Ну, погнали давай. Тогда. А я буду дегустовать. Давай, объясняй, как что надо делать в самом начале? А, я что, руками работаю? Давай, объясняй. Что надо делать? Перегрызи. Распечатать булку. Так, надо еще открыть, надо открыть. Подожди, булку распечатать. Булку, булку. Сначала булку. Булку, давай, распечатаем. Распечатываем булочку, распечатываем. Какая вкусная булочка, Стасик, смотри, какая красивая. Так. Ложим сюда. Кладем, правильно говоря. И распечатываем. По-моему, это любимый кренделя размер. Да, до конца. Да? Кренделя, это твой любимый размер? Да, это... Нож, где там нож? Так, что берем? Берем сосиску. Нож. Берем нож. Пока вы это распечатываете все, значит, слушай меня внимательно, ты. Кто готовить макеты под твои мебли? Кто макетует это все дело? Это ты? Это твоя творчесть? Я вообще реально боюсь. Да? Перепиши на мене два копії. Кстати, как у твоих дела вообще? Что ты? Давай. Так, Витя, давай твои сосиски. Ей, куда? Руками тільки, а не можна писком. А чого? Так а що? Писком, блін. Вітя, що? Ложи. Добро, вкусне чи ні? Так, ложу, кладу. Нож. 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 Булку. Булку. Хорош, хорош, хорош. Режем булку. Так? Да. Вот так. Ей будет... Палец не проткнись. Леночка, смотри. А, надо было конкурс, кто это сделает быстрее, да? Не-не, давай ты будешь, я попробую и скажу, чей смачнейший. Хорошо? У кого сосиска... Ты сам пошла, ты прям... О. Дайте салат, пожалуйста. Подожди, ты не... А что это такое? Он что, посаженный? Посадим хот-дог. Его посадили. Так, еще, еще, дальше. Еще, еще. Ну дальше. Вы там земли надо трусить в хот-дог. Что это? Извини. На. Это тебе. Вот так хватит? Хорошо. Я иду бросаться. А ты что? Куда его? Подожди, так, туда. Прекрасно. Сначала сосиска так. Есть. Это... Слушай, а бери, можно мне двойной хот-дог? Шеф, как скажешь. А мы точно снимаем кулинарное шоу. Так, салат и булку. Двойной хот-дог, пожалуйста. Еще один шоу. Салат. Салата? Да. Хорошо. Красивый. Один. Дима. Тут один, извините. Извините за б***ть. Извините за извините. Так. Вы тебя... Это лопатку надо брать. Да. Да, нормально. Это ты сейчас... Ты сейчас... Туда. Вы та... да. О, пошла. О, ё-моё, Стас, Стас. Да. Всё, что дальше? Тут я слишком задавил, получается. А может пообщаемся, ребята? Ну, типа... Нет, нет возможности. Кто быстрее сделает, тот и выиграл. А кто проиграл, это тот красиво, съедает красиво. Два хот-дога. А что так красиво, что ты хочешь? Пожалуйста, мне, да, пожалуйста, а, можно мне с горчицей и кетчупом, горчица. Но без майонеза? Горчица. Я мне без горчицы, до речи. Я худею. Давай две горчицы сюда. С вас вообще. Горчица не нужна? Без горчицы, без горчицы. Саш, а расскажи все про мебель. Взагалі, я хочу...
Як чоловік взагалі може робити отакі мімішні штуки? Як мужчина? Як вообще мужик может сказать мужика? Я вообще не понимаю. Подожди. Тут такое. А ты думаешь, майонезиками или мужчин делать? Как вообще... Как вообще гетеросексуальный мужчина может готовить, изготавливать такую мебель? Объясни. Так, следующий вопрос. Не-не-не, ну як такой мимишка? Ответ такой. Никак. Гетеросексуальный никак не может это приготовить. Это, я понимаю, ответ на вопрос. Из пожеланий, что-то как сделать. А Крендель понял, точно еврей. Я открываю все вот эти вот, а он просто берет потом их. Что делать? Майонез. Майонез? Где он? Вот он. Вовнутрь можешь? Фу, блин, ужас. Сейчас капнет. Фу, капнет. Это сосиску. Да. Все, мы готовы. Спасибо, что ты. Нет, пожалуйста, этот, листья положи. Салата. Хорош. Вот. Хорошо. Сосиска, где сосиска? Вот сосиска. Блин, ужасно. А горчица? А она заказчикала без горчички. Кстати, немножко мы помакаем ее, да, получается? Немножко помакаем, вот так, хорошо. Помакали, так, что дальше? Подожди, все на тарелку, готово. У нас готово. Точно? Да. У нас даже есть для вас цветы. Нет, это вообще что? Если что. Даня, фу, я не могу это съесть. Витя, придется, получается. А ну, слушай, давай попробуем. Так у нас заказан. Так, нельзя. Надо попробовать, чувак. Попробуй. Да ну что ты хочешь, попробуй. Можно я себе просто сардельку вижу? Да. Будет гоняться за тобой, Стасик. В общем, хочешь нас попробовать? Я не знаю. Давай. Может быть... Фу, боже. Не. Елена. Я это боюсь. Вам, это новый. Я боюсь. Мы чили так переваривание для себя. Я думаю, что если Коля не будет, мы, наверное, будем заканчивать, потому что мне хочется выпить воды. Я уже не могу это... Может, да, руки пусти. Я понимаю, что нравится. В принципе, нормальная картина. Очень красивая. Творческий беспорядок, как говорится. В общем, смотрите, если мы в таком... Если ты вообще там точно так же готовишь мебель, готовишь людям... Это ты! Ты. Да. Да. То, конечно, я хочу... В принципе, я тоже не своими руками. Я хочу сказать, не своими руками. А у тебя кто-то работает? Да. А с каким-то работником? Сколько-то людей работают? Сейчас 14. 14 людей работает? Да ты красавчик. А ты налоговый. А сколько у тебя зарплата? Ё-моё, ты там тебе их взял. Сколько людей отримують в тебе? Сколько? Зарплата, капли дай. Что вы все жрёте? От 6 до 15. Это не срок, да? Или срок? Какой-то срок. От 6 до 15 тысяч ты платишь людям? Да. А 6 тысяч кому платишь? Уборщица, что ли? Нет. Шлифовщиком. Ну, такие самые минимальные работы. Кто шлифует дерево? Шлифовщиком. Крендель же у нас. У Кренделя хард выходишь. Но я не дерево. Кстати, если надумаешь менять название, там освободилось Диван Диваныч. Пока нет. Подоги вони зробили такі не дуже, я собі сама зробила свій. От. Всім зичу гарного наступного тижня робочого. Завтра вихідний, розслабляйтеся, отримайте задоволення і пам'ятайте, що вівторок вже на роботу. А з вами було музичного Ред Хот Чілі Пепперс. Пока. Ну хоть похлопай, Коль. Спасибо тебе. Коль, я для тебя оставил.